Чистопольском муниципальном районе около 26 взрослых и более 4000 детей находятся по разным причинам под пристальным наблюдением врачей, и каждый из них нуждается в определенных медицинских препаратах. Такая достаточно серьезная статистика заставила членов общественного совета провести проверку в аптеках города, для чего была создана специальная комиссия, которая в течение 2 месяцев посетила 27 подобных медицинских учреждений. Все посещаемые комиссии аптеки имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Заведующие аптеками имеют высшее фармацевтическое образование. Входы в аптеку соответствуют требованиям и имеют вывески. Условия для населения в основном созданы. Имеется соответствующее оборудование. В торговых залах на стенде вывешена необходимая информация для посетителей. В аптеках поддерживается порядок. Во время проводимой проверки комиссия отметила ряд недостатков в обеспечении лекарственными препаратами. Главным из них является, конечно же, рост цен на лекарства от месяца к месяцу. При этом еще и в разных аптеках